заж за окном зимний. А на обзоре у нас будет перец халапеньо зеленый в масле. Взял на Валберис по скидке где-то 130 или 140 рублей одна банка. Взял две штучки. Торговая марка Кинто, если правильно читаю. Авторские рецепты, 350 грамм. Нормальная цена, недорогая. Перец халапеньо зеленый в масле. Состав: перец халапеньо зеленый, вода, масло растительное, регулятор кислотности, уксусная кислота, сахар, свежий чеснок. В общем, все, что доктор прописал, будем пробовать. Что-то остренькое как раз в зимнюю погоду не помешает. Зима, но скоро обещают потепление. 0-1. Итак, пробуем. Открываем баночку. Достаем. Будем все с картошкой, с мясом есть. Сам перец темно-зеленого цвета. Масло, поэтому надо положить под баночку небольшое блюдечко, чтобы не растекло. Сам вкус достаточно мягкий, приятный. По первости отдает сладостью. Потом появляется некая острота, свойственная перцу. Но по силе остроте он, конечно, проигрывает красному перцу. Так что попробуйте. Достаточно необычно, вкусно, приятно и полезно.